Извините, не подскажете, а кто у вас депутат в округе здесь? Депутат? Сейчас скажу. Это какие-то. Хорошо. Снимайте. Извините, а кто депутат в вашем округе здесь? А я даже не знаю. Я просто не знаю. Даже не знаю. Не знаю. Понятия не имею. Я понятия не имею. А я не знаю. Даже не знаю. Вообще без понятия. Знаете, мне 72 года, я этим не интересуюсь. Пучев. Кто депутат в вашем округе? Не знаю даже, честно, ребят. Не могу знать. Понятия не имею. Мне по барабану. Они ничего не делают, я не работаю. Да. Ой, не знаю. Не скажу. Депутат, сейчас скажу. Это какие? Скажите, могли бы вы назвать те проблемы, которые есть в вашем округе? Могли. Смотрите, какая грязь и тротуары. То есть не убирается вот эта часть вообще. Никому она не нужна. Бесхозная. Она всегда была улица эта бесхозная. Старый асфальт убрали, то по нем ходить невозможно. Или хотя бы тротуарные плитки выложили. Были хорошие тротуары, что их было менять-то? От вас ничего не зависит. Лишь бы деньги. А. Дороги и мусор – это основная проблема. Зелени мало, вырубают деревья, и как-то скверов мало. Транспорта мало. При таком строительстве тоже не продуман вопрос. То, что они копают вот это вот и мешают ездить с колясками, инвалидом каким-нибудь. Трубы гнилые в городе. Я мог... Возрастание цен ЖКХ. Некуда детей определить. Ни садики, ни школы. Ну, тротуар можно было, делали, но не до конца. У нас нет воды в доме, например, в нашем. Все время какие-то отговорки, вообще горячей воды нет. Бывает, в лучшем случае, это в 9 часов вечера, в лучшем случае. Двор совсем не убирается, никогда не убирается в подъезде, если только заявку не сделаешь, могут месяц вообще не убирать. То есть проблем очень много. Как депутат Калиук решает ваши проблемы? Я с ним не знаком и не знаю, как он. Его уж давно что-то не видно, Лёв. Он вообще не решил. Я даже не знаю, я обыкновенный человек, я просто не знаю, честно. Так бы сказать не могу, чтобы он что-то решил. Наверное, нужна новая волна, новая кровь и молодежь. Я за молодежь. Ну, я точно не знаю, как об этом. Может, и пишут где, но не знаю. То есть вы его видели вообще? Ну, на экране мелькал, да. Собирает, беседует, разговаривает. Да, ну не знаю даже, наверное, никак. А он никак не решает. Что ему решать? Он свои решает. Ой, никак. Наверное, никак. Ни он меня не знает, ни я его. Нет, я не вижу, не замечаю. Вообще не знаю. Чего мне он курил? Он там, а я тут. Да я к нему не обращалась. Я его вообще не знаю, кто это такой. Депутаты, они решают только свои проблемы. Народ, в принципе, смотрите по Воронежу, что творится. Не центральную улицу, а вот здесь заверните за угол. Все, в принципе, и так понятно. Вы знаете, мне кажется, депутаты о наших проблемах, к сожалению, не знают. До свидания.